Следующий стих или выражение: результат любого усилия переживается в настоящем. Ну, смысл в том, что некоторые полагают, что результат будет переживаться только в будущем, через какое-то время. Вот сейчас мы делаем что-то, а результат этого действия будет проявлен только в будущем, в следующих жизнях или дальше в прошлом. Однако нет, в настоящем также может появиться результат. For example, you are going to say that Jebu Tanda Junior right now. If you say some person, you are a very good person, you are a very kind person, then immediately the answer coming, you are also very good. Other person. If you are very bandit, then he also say you are also bandit. Например, очень простой пример. Когда мы говорим, ты такой хороший, то мы очень часто можем услышать в ответ, вот ты тоже хороший. Если ты говоришь, ты ворюга, если мы говорим, да, то ты в ответ, да ты сам ворюга, да, вот это очень часто в нашей повседневной жизни можно услышать, да, такие примеры. Вот результат мгновенно проявляющийся, в настоящем прям. Если мы кого-то пригласим на чай, приходи ко мне на чай сегодня вечером, то можно услышать ответ, нет, давай ты приходи, я тебе ужин сварю хороший, лучше у меня посидим. То есть тоже... For example, if you're today hungry, can you give me food? Then you will not give because I don't have food. But one day you become a thirsty, then I will ask, can you give me water? You said, because of that member, I don't have water. You have a water. Even water can give you. You. Mm-hmm. Sorry.
Ну, я так понимаю, что если вы когда-нибудь отказали кому-то, то в будущем можете получить так, подобный ответ, если кто-то будет, вы увидите бедного человека, который просит у вас еды, пожалуйста, дай мне еды. Вы скажете, у меня нет еды. Хотя, может быть, у вас что-то было. Вот. Но в другой раз, допустим, вы захотите попить и обратитесь к кому-то, дайте, пожалуйста, мне воды. И вам ответят, иди поищи сам где-нибудь в другом месте. Вот. Ну, то есть, результат... Хотя это как-то связать не могу. Не дадут воды, даже если она будет. Даже если она будет, да? Не зависит от факта, как зависит от этого состояния ума, который мы породили. А, наверное. Окей, ладно. Вот даме дима сгирал, легкий же тянет, тарумбл ям, резун, кивал, легкий же, там-то дырамла я рела, сама. Да, в общем, не надо ждать каких-то какого-то времени, чтобы проявилась карма, она может проявиться мгновенно, прямо вот в этом настоящее время. Она зума легкий же, помню, так мама. Сумчу сома сепаре, толдыбля тонера, тугяне. Не сумчу сома сепаре, а не дахана же, царакяне, лунга сама халаме возевере, панвозевере. А не дежула конге, кавачене, ям камбакяне. А не камбакяне, коги лейте дебасу мутаане. А не я, мы самал муге там вообще чивади где не ком халап замбаса на земле са кем ангшену лоту ком говоре не декал коги де не сумчи сонасте кем там сера папанда де дива саму тане не дизумила санче нам на пур ну мы самал кета сам та танда бурду пек кета декал же ну танда нам ну фанги це диранла думаю сам. О, коди бачена, те не миги диву дарани. Ну, я вас. О, все дарана, коди бачена, те диву ян дарани. О, де, кота дарани, масади. Та вимала маумпана, чичингала лакире, маумпана, ида лакире, лая, ямари дарани. Тандарана, тандаран керу велари, идала. Танге идала керна шегу арни. Тандарана керу дила. Идала, идала лотук, халак, халак, халак маран, лотук дерва. Ди кунги, тамбо, сератаны, ми. Lumbadila kalama mo gap midin to kala yo marwa dege jabu de lotu kala ra yo Пример из жизни Миларепы. Миларепа с помощью черной магии убил много людей. И также он насылал такие бедствия, как град на посевы и портил тем самым урожай. И что вы думаете? Вот в этом, в этой же его жизни проявился результат этой кармы. Во-первых, он очень сильно страдал для того, чтобы очистить эту карму, для того, чтобы просто получить учение. У Марпа он страдал и сильно работал, чтобы очистить эту негативную карму этих убийство, чтобы быть подходящим сосудом просто для получения знания. После того, как он получил эти знания, ему необходимо было практиковать, и, может быть, именно вот это, то, что он так страдал в своей пещере, когда у него не было ни еды, ни одежды, и то, что он питался одной ложкой цампа в день в течение 6 лет, это как раз, может быть, проявилась та карма, результат вот этой причины, которую он зародил когда-то, уничтожая посевы ячменя. Вот. И в этой же самой жизни он очистил и эту карму, то есть он отсидел там голодный и в голоде и холоде столько лет, и эту карму он очистил, достиг совершенства, в конце концов, то место, где он медитировал, прославился весь Тибет, и теперь он довольно известный по всему миру. И
вот это как бы результат его усилия. И все его жизнеописание говорит о том, что не обязательно вот эта карма, допустим, убийство кого-то или карма оставления кого-то без еды должна проявиться в следующей жизни, как в форме перерождения голодным духом или перерождения в сфере адов. В этой самой жизни уже можно хорошо пострадать за свои действия. И здесь выражение самого Миларепы. Если копать землю, из нее появится вода, если отереть дерево, из него возникнет пламя. Когда человек прилагает усилия и упорство, то нет ничего, что бы он не смог осуществить. И сам пример Миларепа, вся его жизнь говорит о том, что он испытал в своей жизни все. И накуролесил там, много чего сделал и убил людей. И потом сам пострадал, и был голодным духом. И, может быть, даже можно сказать, его жизнь можно было сравнить со садами. И в этой же жизни он достиг совершенства, и его пример как бы является примером достижения совершенства, избавления от страданий за одну жизнь. Достижение состояния Будды за одну жизнь. Вот. И все это зависит от нашего упорства. Прилагая упорство, прилагая усилия, мы можем все осуществить уже в этой жизни. Ну, все. Губа. Туги перед Следующее выражение. Времена подъема и упадка возможны также в наши дни. То есть имеется в виду та теория, которая все развивается циклически, как мы уже говорили, и как развивается наш мир, возникает и затем исчезает. Также и люди в нем появляются и изменяются с течением времени, бытие людей. Считалось, что прежде чем мы обрели вот такую форму, какую мы сейчас имеем, люди жили долго, срок жизни был очень долгий, и люди могли много
того, чего мы сейчас не можем. Допустим, люди могли перемещаться очень быстро, могли летать. Людям не надо было в трудах добывать себе пропитание. То есть говорится, что можно было просто с земли поднять кусок земли и наесться, потому что это было питательно. И жизнь была гораздо легче, чем сейчас. И в силу каких-то обстоятельств мы эволюционировали, и жизнь людей изменялась, и стало труднее добывать еду. Люди как бы тоже в моральном и физическом плане тоже изменились в худшую сторону. И вот такие изменения происходят, и считается, что это должны кальпы или какие-то поколения, многие-многие поколения пройти, прежде чем вот такие изменения будут иметь место. Вот. Ну и на что в данной книге говорится, времена подъема и упадка возможны также в наши дни, то есть не обязательно ждать много тысячелетий. Когда тогда конечно говорится, на капельнадзе нагорался, да, да. Ну и вот есть примеры даже в наши дни того, как уменьшается, допустим, срок жизни людей и ухудшается состояние их жизни. Допустим, в тех странах, где сейчас происходит конфликт, там в Сирии, например, срок жизни людей, можно сказать, меньше, чем у нас, потому что люди умирают молодыми, надо уходить на войну, и люди, многие из них погибают в молодом возрасте. Также все труднее добывать пропитание, там, трудно жить, трудно достать воду и питье, воду и жилье, и еду, и так далее. И поэтому вот эти примеры показывают, что не только с течением кальпы изменяются вот эти как бы атрибуты нашей жизни. Даже в настоящий момент мы видим вот это различие в жизни людей. У нас сейчас как бы в этой стране более-менее все хорошо. Люди живут сколько им следует, отведено жить, нету проблем для того, чтобы достать пропитание и так далее. Когда туда карабу варсена, то ломбаки помбате на хале, то есть он, да, ломбаки помните. Ты кале, видим чем кале это, видим чем кале. Кале каньон. Когда ломбаки помбате рвали, а хоче, не сила чемпоче. Когда пасун маса, сон, туча мигя. Когда миман рва, рва мя хоче война, когда ломбаки кучу. Томбоду дучача, не мечера тутутам, о, не, боку, дзюньшена, те нумарня халамбурга, боди гите не тупашиги, поэзу, не тупашиги. Ну и, как бы, Ринпоче считает, что за это должен быть в ответе
правитель, да, этого, этого государства, у которого люди страдают, если правитель жестокий и жадный и так далее, побирает их налогами, не дает им жить, то и все жители в этом государстве страдают. Если правитель хороший, то и люди счастливы и живут в спокойствии. Ну, это, наверное, вопрос такой. Тяжело сейчас это сюда применить. Почему? Потому что неизвестно, кто правитель где. Наверное. Вот я же думаю по серьгам. Ну да. Ну хорошо, вот вы можете вступить в дискуссию, если есть какие-то вопросы или сказать по этому поводу, можете выразиться. Так, Илья Юмори. Можно вопрос? Давай. Тут написано, что срок жизни увеличился до 80 тысяч лет. Да, когда мать тоже пришла. И тут же написано, что это возможно в наши дни. А можно узнать? Вот это пример, да? Да, вот тут подробнее. Примерчик этого, да. Сирию мы рассмотрели, а теперь в другом конце. Мы целим... Но你这个，你跟大勇，是，勇嘛，勇嘛，那你，那是，那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 ，
поднимаем эти кубайки, оттуда глупо, занесем, и куда-то на Сережу уже махнули, они не тунут, и на самом начале, это все тунут, а до него не стреляют. Ну, конечно, 80 тысяч лет прямо нет такого примера у нас. Но, тем не менее, вот как бы уже было сказано, можно сравнить, что в некоторых странах живут долго, а в некоторых странах срок жизни гораздо меньше, чем в других. Я слышал, что в Японии живут долго, да? А там в Африке совсем недолго, или там в Сирии, опять же, тоже. Там, где конфликт, или там, где климатические какие-то условия, или там, где, может быть, правитель, опять же, не тот. Разные условия бывают. Ну да, на самом деле Европа тоже недалеко ушла. У нас, можно сказать, недавно была Вторая мировая, и наши родители еще помнят те времена, когда много людей умирало в молодом возрасте и не хватало еды. Вот, поэтому, в принципе, вот это относится на наш мир. То есть разные бывают ситуации, и бывает так, что и сокращается, ну, как бы в глобальном таком масштабе срок жизни людей. И, ну, а то, что благосостояние людей меняется, это уже точно мы можем видеть сейчас. Здесь, наверное, имеется в виду общая карма. Миссис Уделевич, мой чи.
Ну и так, дарма или учение Будды, ну или, может быть, не только учение, а не только Будды, дарма, само слово, описание, считается, что у дармы есть 10 качеств, но здесь описано одно из этих качеств, качество жизни, и цейрингва. Ну и опять же, это о последствиях кармы. То есть, если кто-то считает, что негативные последствия будут проявлены только в следующей жизни, это не так. В этой жизни тоже могут быть видны главные негативные последствия неблагой кармы. Или благой, наверное, тоже. Да, вот некоторые ученые утверждают, что последствия кармы проявляются в следующих жизнях. На самом деле нет. В этой жизни тоже можно видеть последствия, ну, любой кармы. Тогда путики, хо, кюяме, пазюраме, не коло гёкёрзгэме, кёвочина рва. Ну, есть пример, допустим, усердия, когда мы прилагаем усердие в нашей жизни к тому, что мы делаем, то можно получить последствия уже в этой жизни. Допустим, мы, ну, можно привести такой пример, допустим, мальчик, который из неблагой, ну, из бедной семьи, без достатка, однако с сильным усердием учится в школе хорошо, прилежно, целеустремленно,
заканчивает школу, поступает там в университет, получает хорошее образование, поступает на хорошую работу и так далее, идет, можно сказать, по карьерной лестнице, достигает какого-то высокого чина, там, министра какого-нибудь. И уже в этой жизни мы имеем такие примеры, да, что сначала, что это дети, которые, у которых, может быть, даже нету родителей, нету никакого такой базы или бэкграунда, на который мог бы опереться, просто своими силами, своим усердием достигает высот. Этот пример говорит о том, что уже в этой жизни вот это соблюдение дисциплины и применение усердия приносит результаты. И с другой стороны, есть другие примеры. Дети, которые, может быть, рождены в благоустроенных, как бы, в богатых семьях, с достатком, хорошо образованных, у этих детей есть образование.